Вы на канале Виктор Тунусин, новое видео, я буду опять продолжать играть. Кстати, не понимаю, почему так быстро запись кончается тут? Ладно, я потом это все исправлю, но вы меня извините. А пока я немного буду пока рыбачить. И сегодня мы увидим, что будет, если я... Нет. Так, и сегодня будем мы, наверное, я думаю, я успею, но это точно. Если что, у нас третий день идет. Я сегодня хочу купить маяк. Ну, вернее, его построить и во-первых, прокачать свой остров. Они то мне что-то первого уровня. Я понял. А где вся рыба? Песик, ты что-то отсетил? Песик! Ну что ты виноват? Так. Иди ко мне, на губе. Куда? Иди ко мне быстрее. Вот так. Плюс 4 монетки. То есть у меня получается 32. Я думаю, надо еще так, такую же можно поймать. Или маленьких 2 только. Но если я поймаю какую-нибудь большую, это будет лучше, да? Песик, хватит. Песик, ну. Что это за рыба? Иди ко мне, быстро. Под фиш. Так. Спать, сказал. Ну все. Ну, если я не спать, там 34 оно стоит. Ну все. 34 накопил. И сейчас. Мы узнаем, что сейчас будет с маяком. Сейчас мы узнаем. Ну, если что, я туда не мог войти. Я даже не знаю. А, я в 32, но не важно. Покупаю. Ребята, это издевательство. Тут так много всякого. Ну, что-то изменилось. Ребята, тут что изменилось? Тут такой таблички не было. Ребята, а смотрите, как тут много да, настоящее. Тут. Да и тут изменилось. Тут. Ну, мне кажется, это изменилось. Ну. Так себе. Ну, Эмма так себе. Так, мне нужно червячков. Мусора тут много. Наверное, так мне придется серию специально создавать. Как я собираю мусор. Ну, если вот так много. Так, а где маяк? А, вот он, да, маяк. Ну, давайте посмотрим, что с этим маяком. Вдруг там ничего не случилось. Я ведь... А, это мое новое жилище! У меня позорная труба. Раньше тут не сделал так, что можно было тут сидеть. Шкаф. Раньше там нет сундучков. Ну, знаете что? Это для моряка как-то мало. Ну, как, ну да, ладно. Это, то есть, там ГМ-1. Вы мне скажите, что это такое. Ну, ладно. Крутое жилище. Ну, откройте. Закрыть. Видите? И это там целых 2 стака, если не ошибаюсь, это стоит. Ну вообще, это все так дорого. Ладно. Мне деньги. Что-то надо тебе. И чего? Тут новая рыба, смотрите, какая новая рыба. Рыба. Это вообще где дельфин? Ну, кто-нибудь. Кто-нибудь, меня слышите? Кто-нибудь? Да. Пи-пи-пи-пи-пи. Что надо посильнее? Злобаха. О, какая большая рыба. Рыба. Ну куда? Рыба. Хотя, нам надо делать вот так все. Вот так. Делают все. Вы должны... На все уведомления, чтобы вы все знали мои все новые видео. Кстати, я буду постараюсь даже завтра выложить.
положить. Ну, я имел в виду, сейчас у нас понедельник, а я записываю еще одну. Ну, да вообще, ну, знаете что, по одной денежке, по одному доллару, это я буду где-то 64 рыбы, я должен поймать. Да очень много, чтобы вы знали. Ну, рыба, иди сюда. Ждем. О, иди сюда. Куда ты, а? Ну ты вообще, а? Иди ко мне. Почему меня не купил этот дельфин, а? Смотри, меня тут нету. Ты идёшь с тобой. Да, ты мне сейчас не... О, а вот ты мне пригодишься. Ну вот, а эта рыбка мне пригодится. Ой. Так-так, рыба. А, тут новая. О, как раз, которая мне пригодится. Иди к бабочке. Скоро будет четвертый день. Но ведь, наверное, там мы и уберемся. О-о-о-о-о-о. Как так-то? Почему она-то? Быстро. Так. Продолжаем. Кто-нибудь? О! Хотя кто-то меня слышит. О! А знаете что? Эта рыбка повкуснее. Она более дорогая. Так, ладно. Сейчас мы будем продавать наши. Но у меня очень много. Так, три? То есть у меня было два. Мне уже 20. А было всего-то где-то два. А сейчас надо еще чуть-чуть надо червячков накопать. Ну, с ними больших проблем вообще даже нету. Эх, какая крутая музыка. Ладно. Ну как, кстати, вам нравится мой скин? Там, в этой хижине я не хочу жить. Хочу жить в новой домике. А там у тебя кровать есть? Нету тут? Ну это нечестно. Ребят, ну это вообще нечестно. Я должен в этом трухлявом доме еще спать. Хоть я купил тебе новый домик. Спокойной ночи, ребятки. И всем пока-пока!